У нас в студии герой Новороссии, легендарный прапор. Евгений, еще пару лет назад, если бы каждому россиянину задали вопрос о самой близкой республике, он ответил бы «Украина и Беларусь». Сегодня Украина бомбит мирных жителей, а Лукашенко недвусмысленно повернулся к России не лицом. Приблизительно то же самое делает Назарбаев. Новости. Что это было? Ну, это был, я бы сказал так, это руководитель России пытается поставить предохранительный клапан на кипящую кастрюлю на Украине. И что, эти клапана — это Назарбаев и Лукашенко. Вот. Эти люди, я уверен, без согласования со своим стратегическим союзником не делают ни одного шага. Это попытка в последний раз попробовать протянуть руку оголодавшимся псам на Украине. Но скажу так, что есть полная уверенность, что руку эти не только покусают, но и попытаются обглодать куски мяса и заглотить. Вот. Это, конечно, все равно, что разбрасывать бисер перед свиньями. Но попытка такая есть. Хочется, я уверен, что Путин не Чингисхан и не Македонский, который хочет завоевать полмира. Он просто хочет, чтобы его народ жил в мире. И поэтому пытается отодвинуть через своих посредников Назарбаева и Лукашенко, отодвинуть войну как можно дальше по срокам от своей страны. Вот и все. Да, ну смотрите, недавно Казахстан закупил в России 20 миллионов тонн зерна. Если бы не Россия, ему просто негде было это взять. На рынке нету такого количества зерна в данный момент. Ну, это все понимают, да. То есть потому что. И это говорит о том, что просто жить Казахстану и многим республикам, как и Беларуси, без России невозможно. Они это знают, это совершенно не надо думать, что они глупее кого-либо ни было. Это умные люди, прагматики, которые могут смотреть вперед. Поэтому без России они ни одного шага не делают. Россия не хочет гибели Украины как таковой, это видно. Поэтому она посылает туда своих послов доброй воли.